Мемлекеттік бюджетті атқарудың негізгі қорытындылары туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. 13 жылдың 6 айында мемлекеттік бюджетке 3 триллион 160 миллиард теңге немесе жоспардың 97.6% түсті. Өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдер 2.2%-ға төмендеген. 13 жылға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің өзгерген болжамына сәйкес, маусым айында республика бюджеті нақтылау жүргізілгені өздеріңізге мәлім. Осыған байланысты нақтылауды ескере отырып, республика бюджет түсімдері 2 триллион 610 миллиард теңгені немесе 94.6%-ды құрады. Республика бюджетке түскен кірістер сомасы 2 триллион 592 миллиард теңге, немесе атқарылу жоспардың 94.7% құрады. Бұл негізінен бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыруға бағытталған қаражатын жеткілікті болуына байланысты ұлттық қордан республика бюджетке берілетін кепілдендірілген трансферттердің толық жоспарланған көлемде тартылмау есебінен қалыптасты. Салықтық түсімдердің атқарылуын қарайтын болсақ, онда жоспар 102.7%-ға орындалды, немесе өткен жылдың тиісті кезеңіне қарағанда сомасы 42.8 миллиард теңге асыра атқарылып, түсімдер бір жолғы түсімдерді есептемегенде 23.3%-ға ұлғайды. Исполнение основных налогов сложилось следующим образом. По корпоративному подоходному налогу план исполнен на 102,2%, перевыполнение в сумме 11,7 миллиардов сложилось за счет поступлений разовых платежей. План по НДС на произведенные товары исполнен на 102,8%, перевыполнение составило 5,4 миллиарда, поскольку в отчетном периоде предъявленные квадраты суммы НДС были возмещены не в полном объеме из-за проводимых проверок. По акцизам план перевыполнен на 4,1 миллиарда, в основном за счет бензина и сигарет, возимых из Российской Федерации, и на 2,4 миллиарда и 0,9 миллиарда соответственно, что связано с увеличением объема импорта. Таможенные платежи и налоги исполнены на 102,8% или перевыполнены на 16,9 миллиарда, что в основном сложилось по экспортной таможенной пошлине на 12,9 миллиардов тенге и НДС на импорт 2,8 миллиардов тенге. Неналоговых поступлений при плане 3,4,6 миллиардов тенге поступило в сумме 45,1 миллиарда. Перевыполнение в основном на 7,5 миллиардов тенге сложилось по штрафам, налагаемым государственными органами, по которым план не устанавливается. Недоимка по состоянию на 1 июля 2013 года составила 93 миллиарда тенге. По сравнению с началом года произошел рост недоимки на 11,7 миллиардов тенге или на 14,4%, что связано с текущими начислениями налогов, а также начислениями по актам налоговых проверок. В общей сумме недоимки 37,4 миллиардов тенге или 40,2% приходится на недоимку материалы, по которой переданы правоохранительные органы в связи с наличием признаков лжепредпринимательства, которое является безнадежной взысканию. О всех вопросах, связанных с эффективностью администрирования налогового и таможенного, Сергей Кузьмич, сегодня с вашим участием состоится объединенная коллегия двух комитетов налогового и таможенного, и там подробно будет обо всем доложено. Активы Национального фонда на отчетную дату составили 11 триллионов 416 миллиардов тенге. За 6 месяцев НАСФОНД пополнен на 1 787 миллиардов. Поступления в Национальный фонд по видам налогов приведены на слайде. По итогам отчетного периода расходы государственного бюджета составили 3 триллиона 220 миллиардов или 95,9% к плану. Из республиканского бюджета произведены расходы в сумме 2 триллиона 796 миллиардов, что составляет 97,1% к плану отчетного периода. Отставание фактического исполнения республиканского бюджета от плана составило 84,4 миллиарда, что почти в два раза меньше по сравнению с первым кварталом текущего года. Из этой суммы 7,8 миллиардов экономия, 27,7 миллиардов тенге невыполненные договорные обязательства подрядчиками по итогам полугодия, 3,7 миллиардов незаконченные процедуры оплаты в международных финансовых организациях, 45,2 миллиардов тенге – это то, что относится к организационным вопросам, еще не состоявшиеся конкурсы, не принятие НПА и так далее.
Хочу отметить, что за отчетный период администраторами не приняты обязательства на 836,6 миллиардов тенге. Ну, вот эта позиция, наверное, самая проблематичная, которая требует, чтобы все администраторы бюджетных программ обратили на это пристальное внимание. При этом порядка 50%, 399 миллиардов, приходится на непринятые обязательства по целевым трансфертам, предусмотренным регионам в республиканском бюджете на текущий год. В том числе по целевым текущим трансфертам 167 миллиардов и по целевым трансфертам на развитие 231 миллиард. Это означает, что местными исполнительными органами не приняты процедуры по принятию обязательств. И более подробно позднее дальше остановлюсь. Основными причинами непринятия обязательств администраторам бюджетных программ являются несостоявшиеся конкурсы по закупкам и другие организационные вопросы. Значит, что касается субъектов квазигосударственного сектора. Поскольку у нас сейчас через счета в казначействе осуществляется капитализация организаций квазигосударственного сектора, то сравнительный анализ остатков на контрольном счете наличности средств этих организаций представлен на слайде. Значит, остатки средств на контрольном счете наличности субъектов квазигосударственного сектора 43,8 миллиардов, что на 22 миллиарда больше, чем было по состоянию на начало текущего года. К примеру, на начало года остатки средств на КСН субъектов квазигосударственного сектора национальная компания «Казахстангаржсапары», выделенных на создание целевых косметических систем, технологии их использования, а также строительство сборочно-испытательного комплекса составили 8,9 миллиардов и увеличились за отчетный период на 5,3 миллиарда. По состоянию на 1 июля остатки средств «Казмунайгаз» составили 8,9 миллиардов, выделенных в текущем году на строительство магистрального газопровода «Бейнеу-Базой-Акбулак». Выделены в 2012 году средства на увеличение АО «Казгеология» в сумме 5 миллиардов на приобретение бурового геофизического оборудования в рамках создания компании, основной целью которой является воспроизводство минеральной сырьевой базы республики и разработка новых наукоемких и эффективных технологий, до настоящего времени не осваивается. Расходы местных бюджетов за первое полугодие 2013 года исполнены в сумме 1,453 миллиарда, что составило 96,4% к плану отчетного периода. Объем недоиспользованных средств на местном уровне 54,1 миллиарда. При этом наибольшее недоосвоение средств отмечается по Жамбылской области 9,4, Южно-Казахстанской 8,9, Астана 7,7, Мангыстау 7,3, Восточно-Казахстанская 3,4, Акмолинская 3,1 миллиарда тенге. Кроме того, бюджетом областей, городов Астаны и Алматы перечислены целевые трансферты на общую сумму 435,9 миллиардов тенге, из которых местными исполнительными органами освоено 394 миллиарда или 90,4%. Сумма неосвоения целевых трансфертов на местном уровне 41,9 миллиардов тенге. При этом хочу остановиться на исполнении пяти отраслевых программ. Дорожная карта бизнеса 2020, доступное жилье 2020, развитие регионов, дорожная карта занятости 2020, программа развития моногородов на 2012-2020 годы. На реализацию программы «Дорожная карта занятости» в республиканском бюджете на 2013 год предусмотрено 100,5 миллиардов тенге. Регионам за первое полугодие выделено 39,2, из них освоено 34,9 или 89%. При этом средства направлены на повышение квалификации, подготовку, переподготовку, строительство врачебных амбулаторий, акушерских пунктов, сельских населенных пунктов, частичное субсидирование заработной платы, обучение основам предпринимательства, предоставление субсидий на переезд, обеспечение деятельности центров занятости населения, переподготовку и повышение квалификации кадров, кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства. Ну, то есть эти направления известны, в общем-то. Доступное жилье 2020. На 2013 год предусмотрено 98,8 миллиардов. Регионам за первое полугодие выделено 38,4, из них освоено 34,3 или 89,3%. Неосвоение 4,1. Это за счет этого реализуется, финансируется следующее направление: проектирование, строительство и приобретение участных застройщиков арендных домов для граждан молодых семей, состоящих в очередях. Из выделенных 12,9 освоено 12,2. Проектирование, развитие обустройства и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено 16,6, освоено 14,8. Бюджетное кредитование местных исполнительных органов
На проектирование, строительство, приобретение жилья через систему жилстройсбережений выделено 8,8, освоено 7,2. На реализацию программы «Дорожная карта бизнеса» за первое полугодие выделено 16,2 миллиардов, освоено 13,8 или 85,4%. В том числе поддержка частного предпринимательства в регионах выделена 10,6, освоено 10. Развитие индустриальной инфраструктуры выделено 5,6, освоено 3,8. На программу развития регионов местным исполнительным органам за первое полугодие выделено 10 миллиардов, из них освоено 8,6 или 86%. В том числе реализация мер по содействию экономическому развитию регионов из выделенных 3,2 освоено 2,5. Развитие инженерной инфраструктуры из выделенных 6,8 освоено 6,1. На реализацию программы развития малогородов в республиканском бюджете на текущий год предусмотрено 18,7 миллиардов. Регионам выделено 3,4 миллиардов, из них освоено 3,8 миллиарда. Значит, следует отметить, что на контрольных счетах местных бюджетов остатки средств порядка 200 миллиардов тенге, а по состоянию на 1 июля остатки составили 224 миллиарда, которые сложились за счет перевыполнения собственных доходов местных бюджетов на сумму 77,6 миллиардов тенге, суммы неиспользованных целевых трансфертов 43,5 миллиардов тенге. Завершая свое выступление, хочу сказать, что Министерством финансов совместно с администраторами республиканских бюджетных программ своевременно проведены бюджетные процедуры по реализации уточненного республиканского бюджета на текущий финансовый год. Вместе с тем, отдельные поручения правительства, данные в постановлении о реализации уточненного республиканского бюджета на текущий год, администраторами бюджетных программ не всеми исполнены. Учитывая сложившуюся ситуацию с освоением бюджетных средств, считаю необходимым поручить администраторам бюджетных программ и, соответственно, местным исполнительным органам принять соответствующие меры по принятию обязательств и усилить работу по освоению бюджетных средств с достижением намеченных результатов, ускорить принятие необходимых нормативных правовых актов и подписание дополнительных соглашений по целевым трансфертам, выделенным дополнительно при уточнении республиканского бюджета. Дефицит госбюджета по итогам 6 месяцев сложился в сумме 60 миллиардов. По республиканскому бюджету дефицит составил 185 миллиардов. На финансирование дефицита были использованы средства внутреннего финансирования. Осуществляется подготовка к размещению евробондов. Ориентировочно это произойдет в сентябре месяце. И в заключение позвольте остановиться на итогах финансового контроля. Так, в рамках контрольно-ревизионной работы проведено 2945 контрольных мероприятий, в ходе которых контролем охвачено 2564 объекта. Выявлено нарушение на сумму 249 миллиардов. И если говорить по классифицировать все эти нарушения, то они следующие. Использование бюджетных средств на строительство объектов по проектно-сметной документации, не прошедшей экспертизу, 14,7 миллиардов. Факты неэффективного использования, выраженные не в достижении целей и плановых показателей при реализации бюджетных программ, 2 миллиарда. Нецелевое, 0,5 миллиарда. Нарушение требований бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 50,5 миллиардов. Нарушение требований отраслевого законодательства при исполнении при использовании бюджетных средств 55 миллиардов. Средства, предназначенные на содержание имущества, автотранспорта и другие, использованные с нарушением установленных нормативов, 0,9 миллиардов. Списание либо передача основных средств с нарушением установленного порядка 1,9 миллиарда. Нарушение при осуществлении оплаты труда 0,4 миллиардов. Нарушение при осуществлении командировочных расходов 0,6 миллиардов, недостача товара материальных ценностей 0,2 миллиарда, нарушение, связанное с использованием финансовых активов 0,7 миллиарда, несоблюдение требований законодательства, выразившееся в неуплате либо несвоевременной уплате неналоговых платежей 0,9 миллиардов, нарушение при проведении процедур госзакупок 119,3, нарушение условий процедур использования бюджетных кредитов 1,2 миллиардов. Принятыми мерами по итогам контрольных мероприятий за отчетный период из подлежащих восстановлению возмещения бюджет 81,3 миллиарда, восстановлено возмещено 73,3 миллиарда. В результате подготовки конкретных замечаний и рекомендаций по итогам контрольных мероприятий исполнение представления объектами контроля составило 90%. Правоохранительные органы для принятия процессуального решения направлены 285 материалов на сумму 3,7 миллиардов тенге. Дисциплинарной ответственности привлечены 2808 работников проверенных объектов.
за допущенные нарушения бюджетного законодательства и законодательства о госзакупках к административной ответственности привлечены 490 должностных лиц, при этом общая сумма наложенных адом штрафа составила 52,5 миллиона тенге, из них поступили в бюджет 33 миллиона тенге. Благодарю за внимание.